Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровья! Вы смотрите программу «Целебная кулинария». В гостях у нас ведущая, телеведущая Таня Ларич. Спасибо, Геннадий Петрович, здравствуйте. Доброе здравствуйте. Какой вопрос? Вопрос у меня актуальный. Таня все время приходит с вопросами. Можно ли иногда, если очень хочется, есть картошку? Конечно, конечно. Тем более молодую картошку, ее и надо есть. Надо? Картошка – прекрасный продукт, который прекрасно адаптировался у нас в России. И считается вторым хлебом. А почему все ругают? Картошку не есть, не есть, не есть, не есть. Все эти скорее всего доморощенные диеты. Хлеб, до свидания. Картошка, до свидания. Макароны, до свидания. Вот три. И четвертый еще сахар, до свидания. Дело в том, что в картошке в основном больше, будем говорить, клетчатки, нежели там крахмала. И важно, с чем ее сочетать. Картошка сама по себе или съеденная, правильно съеденная, дает хорошую пользу нашему организму. А вот если она там сочетается неправильно с какими-то там продуктами, то уже возникает вес, человек набирает, хрустит и так далее, так далее. На суставы. Давайте я покажу, как вот молодая картошечка прекрасно выглядит. Вот она была припаренная. Вот. То есть там корни кинзы. Да, ну кто что любит, можно и петрушечки корень кинуть, вообще что есть. И вот она молодая, она была припущена, то есть вот это количество воды, оно таким и было. И как только вода закипела, я крышечкой накрыла, и на маленьком ходу оно дошло. На маленьком огне? Да, на маленьком. И вы знаете, вот такое приготовление картошки очень и очень правильно. Почему? Потому что первое. В малом количестве и паром она в основном обрабатывается. Те полезные вещества, которые там имелись в картошечке, они не переходят в жидкость. Угу. Поэтому пар ее так сделал так, как надо. Далее, значит, она у нас в кожуре. Да, под кожурой как раз находится слой полезных веществ. Да и сама кожура, она состоит из минеральных веществ, которые нужны нашему организму. Поэтому действительно хорошо ее вымыть и есть целиком. Ну вот встает вопрос, с чем есть. Мы обычно ее привыкли есть с хлебом. Да. С хлебом уже будет тяжеловато. Можно так сказать, картофель крахмал, хлеб крахмал. И это будет уже тяжеловато. Два крахмала тяжеловато. Колбаска. Колбаска жирная. И смотрите, все-таки крахмал, который содержится в этом самом картофеле, он не так хорошо сочетается с мясом, а тем более с жиром, который имеется в этой жирной колбаске. Да и вообще он не особо сочетается хорошо с белком, и поэтому пищеварение затягивается. Как только мы наелись мясо с картошечкой, сразу, конечно, чувствуем плотность, эта плотность хороша зимой, а вот летом или либо осенью это уже просто-напросто тяжесть. Ну, тяжело. Угу. Сыр тоже нежелательно, потому что это белок. Яйца также не подходят для того, чтобы хорошо наш картофель усвоился. Поэтому лучше всего его съесть с овощами. Причем с овощами, знаете, какими? Также листовыми,
вот зелененькими, огурцами, где содержится вот зелень, где содержатся различные питательные вещества, которые в свежем виде. Всеми этими овощами мы эту молодую картошечку протолкнем, да, ласково. Можно так сказать, протолкнем, мы ее окружим, и ферменты этих овощей очень хорошо ее будут переваривать и усваивать. И перистальтика у нас в кишечнике будет великолепная. Ну, на худой конец, что называется. Вот просто картошка, сверху посыпанная укропчиком и чесночком, вот хотя бы так. Да. Без запивания там квасом, морсами. Вот кто дискредитирует картошку. Те, кто ее неправильно ест. Давайте есть ее правильно, и она также будет целебной. И как раз сделаем салатик. Давайте. Ну, я думаю, что вы какой-то придумаете свой сейчас авторский. Я бы вот кабачки что сделала? Ну, давайте там как-нибудь. Я кабачок. Нарезала. Делим пополам, да? Давайте, делим пополам. У нас салат пойдет из кабачков, зелени, огурчиков. Для того, чтобы мы съели картошечку и получили от нее пользу, максимум пользы. У меня вопрос, как вы относитесь к яблочному уксусу? Я отношусь положительно к яблочному уксусу. Там содержится масса полезных веществ, которые нужны нашему организму. Нужны работе сердца, нужны работе сосудов. Кстати, можно очищать от кожуры, а можно, если он молодой, и не очищать, потому что в кожуре находится... Ну вот там, где чуть-чуть поранили, я сняла. Где поранито, да, надо снять. В кожуре содержится масса минеральных веществ, намного больше, нежели в мякоти. Но надо порезать. Порезать. А как вы будете делать? Я мелко порежу просто-напросто. Ага. Вот, порежем это все. Так сам по себе он кабачок книги. Ну, это хорошо. Свежий. Даже такой как бы... Пускай. Нейтрально-сладковатый. Хорошо, добавим туда зелени, добавим туда огурчика, маслица. И все получится так, как надо. Ну так что, яблочный уксус берете? Или сделаем два варианта? Один с яблочным уксусом, другой без? Я один сделаю с маслом на основе виноградных косточек. А-а-а. Вот так вот. Понятно. У меня будет более так сказать. А что если мы сейчас поэкспериментируем? И я сейчас подумала, яблочным уксусом сдобрим именно и огурец, и кабачок, и еще и редиску. Наверное, нормально будет. Ну, в целом, должно получиться более-менее нормально, только, что бы я бы сказал, вот все-таки редиска, она не совсем будет удачно сочетаться с картофелем. Да? Как-то крахмалы вот с этими, ну... А как же окрошки делают? Ну, окрошки делают. Вот окрошку мы с тобой сделали, да, настоящую, которая полезна. А так можно, конечно, разные окрошки сделать. И... То есть мы сейчас говорим о том, как приготовить идеальное блюдо для того, чтобы картошечка у нас усвоилась. Да. А, конечно, мы можем приготовить просто блюдо, чтобы съесть, там, допустим, да и все. Но нас для идеального салата, да. Да, интересует здоровье. Вот мы так хорошо. Тогда я отказываюсь от редиски, и у меня будет только огурец и только кабачок. И все это будет, скажем так, маринованным, что ли. Так. Хорошо, вот я как раз порезал. Смотри, что у меня тут получилось. Ой, у вас классно. Да, я миленько все измельчу. Ну, а сюда доска, извините, какая красивая. Угу, порезать? Так. Может быть, тогда зелень порежете? И зелень порежу на обязательно. Всех. Так, сейчас я. Пожалуйста, вот так. Все, забыли. Вот это отдельно, без всяких картошек. Убираю. Теперь я аккуратненько это все сюда. Что-то Геннадий Петрович сдается мне, опять у вас лучше получится. Что за штука такая? Ну, я не знаю. Ну, давайте тогда. Да. Хорошо. Петрушечку мы измельчаем. Нож берите поострее, тогда у вас будет хорошо дело пойдет. Так, хорошо. А лук сочетается с картошкой? Лук пойдет. Лучок нужен, да. Лучка, да. Не так много.
чесночок один возьмем? Чесночок хорошо пойдет. Так, все это мы теперь измельчаем. Угу. Вот когда переваривается картошка, очень важно, чтобы там нежная такая клетчатка, и чтобы она более лучше двигалась, значит, очень важно, чтобы вот укропчика немножко было. Укроп как раз, петрушка, угу. Да и прочая зелень помогает перистальтике. То есть наша картошечка нигде не застаивается, она хорошо проходит по желудочно-кишечному тракту. А вот у нас кучок есть тогда? Давайте. Вот, если же мы с вами картошку запиваем, то знаете что? Запекаем? Запиваем. Это как? А, водой? Да, водой, напитками. То знаете что получается? У нас пищеварение нарушается, и картошка превращается в своего рода такую массу, которая обезвоживается, и в толстом кишечнике может образовывать разного рода каловые камни, которые потом растягивают наш кишечник толстый. Увеличивают живот из-за этого, ну и вообще вызывают неправильную работу кишечника. Поэтому зелень с картошкой обязательно. Вот и измельчаем. А укропная водичка, она же еще как раз от газов. Да. Помню, из младенчества. Хорошо, хорошая память у тебя была в младенчестве. Так, укропчик, да? Укропчик обязательно, да. Ну вот это же проверенные действительно вкусовые сочетания. Молодой укропчик, молодая картошечка, молодой чесночок. Да, все молодое. И очень важно как раз вот в начале лета, в конце весны так питаться. Почему? Потому что мы уже истощились наши витаминные запасы, которые у нас были. И теперь важно получать свеженькие такие пищу, которая бы нас питала, которая бы поставляла нам все необходимое для жизни. О, как я измельчил, угу. Да? Так, есть. Укропчик тоже. Укропчик, хорошо. А ты в свой будешь салатик добавлять? Нет. А где твой? А, вот чуть-чуть оставляю. А, ты чуть-чуть оставляешь. Угу. Так, я зелень сюда. Так, у меня получилось. Ах, как хорошо все пахнет. А это я тебе оставляю, да? Да, зелень. Хорошо. Знаете, так. Как я сделаю? Я укропчиком посыплю картошечку, а в салат у меня пойдет. Хорошо. Только петрушка. Теперь я беру еще лучок. Да, я согласна, пожалуйста. Лучок. Так, а я еще возьму кинзичку. Жгучие свойства лучка улучшают пищеварение картошечки, и она прекрасно переварится. Вот, также мелко мы его измельчаем. Очень важно, чтобы все компоненты у нас нашего салата были соединены в однородную массу. А то иногда бывает, одну ложку взяла, там больше зелени, а в другой больше там лука. Все должно хорошо быть перемешано. Дмитрий, а вы, наверное, салат оливье никак не можете, конечно, назвать целебным. Или есть у вас какой-то вариант целебного оливье? Можно, конечно, сделать и целебный вариант салатика оливье. Вот, но так как это в основном праздничное блюдо, то как, почему бы не использовать его? Но только на праздник. Так, добавляем. Вот, лучка. Так. Лучок у нас добавлен. Теперь все это хорошенько мы перемешиваем. Когда все измельчено мелко, то все хорошо у нас перемешивается. Теперь, конечно же, я сюда добавлю проросшую пшеницу. Всегда добавляйте проросшую пшеницу в свои салаты. Много не надо добавлять, но тем не менее, столовую ложечку уж всегда можно. Берете и так только хоп, заодно и вторая. Это сразу же оживляет наш салат, делает его целебным. Опять-таки хорошенько все это мы перемешиваем с вами. Я вот спрашивала вас про уксус, а сама сейчас думаю, а нужен ли он мне? Ну, я попробую. Раз уж, да? Да. Кто любит остренькое, может, конечно, добавлять яблочный уксус, там чесночок.
Вот, я добавил сюда лучка. И теперь знаете, что я еще сюда добавлю? Я добавлю, Таня добавляет уксус, а я добавляю масло из виноградных косточек. Да. У нас получается салат долгожителя и еще молодая картошечка прекрасно будут сочетаться между собой. Так. Угу. Кстати, кому хочется соли сюда добавить, соли мы добавлять не будем, а можем добавить молотой морской капусты. А перчик вас интересует? Ну давай перчика, перчик хорошая вещь. Аромата. А? Пошел? Пошел, пошел, пошел. Так, попробуем салатик. Все хрустит. Угу. И великолепно. Вы знаете, мне кажется, с таким салатом и картошки не нужно. Нет, ну, картошечку надо есть. А как же проросшая пшеница с картошкой сочетается? Хороший вопрос. Как она сочетается? Когда проросшая пшеничка прорастает, само зерно это крахмал, но когда она прорастает, то под действием ферментов крахмал превращается в солодовый сахар, и у нас получается продукт ближе к растению, нежели к какому-то крахмалистому овощу. Поэтому наоборот, те ферменты, которые превратили крахмал солодовый сахар, будет также прекрасно действовать на картошку, облегчать наше пищеварение, и мы все с вами усвоим и получим только пользу. Ну, какая-то волшебная у вас эта пшеница. Ну что, будем выкладывать нашу картошечку и пробовать? Давайте. Так, значит, мне кажется, вот это давай. Будет лучше, да? Так, а вот он, салат Таник. Уже полила яблочным уксусом, да, уже слышится, запах, да? Запах, да, слышится. Ну, это уже на вкус, на любителя. На вкус, на любителя, да. Можно главное, сюда, конечно, что вы говорите, что можно этот яблочный уксус. Яблочный уксус уже, можно. Уже для меня это хорошо. Вот, и вы знаете, вот... Хочу вытереть. Женщины это такие... Любят кислое, да? Существа, да, любят что-то вот такое, чтобы вкус у них был то ли остренький, то ли кисленький, то ли еще какой-то вот такой. Вот без этого не могут. А если любит человек острый, но не женщина, о чем это говорит? Это говорит о том, что не хватает энергетики огня, потому что мы все любим острое. То есть пища, помимо того, что она приносит минеральные вещества, витамины и прочее, прочее, она еще своим вкусом дают нам энергетику. А вкусы, шесть вкусов основных, они как раз говорят о том, что если какой-то энергетики не хватает, то нам хочется того продукта, в котором этот вкус содержится, то есть та энергия. И поэтому налегаем на сладкое, на острое или еще на что-то. Вот Танюша на острое налегает. Я как-то, знаете, так умеренно ко всему отношусь. Вот, вылаживаем. Сюда нужно салатик положить? Можно салатик. Давайте салатик, да? Положим. Хорошо. Да. Так. Давайте тогда это самое порционное. Это Танюшина порция. Сейчас будет порция моя. И мы выложим салатик. И все это съедим. Сколько? Там же 4. Хорошо. И, кстати, картошка еще хорошо сочетается вот она с маслицем. Лучше всего с топленым. Вот у нас получилось. Теперь мы сюда добавляем своего салатика. И имеем блюдо, которое можно есть. О! О, мне кажется, это будет вкусно. А раз это еще и одобрено как целебно. Это будет вкусно и полезно. Так это вообще можно весь... С начала лета этим питаться. Без зазрения совести. Но в первой половине, да? Дня, наверное, так? Да. Угу. И, кстати, многие люди поправляются. Знаете, поправляются из-за того, что картошку используют не так, как надо.
А когда вы будете использовать вот так вот, это как отдельный прием у вас пищи будет, допустим, завтрак или даже обед, да, то все у вас усвоится, все у вас переварится. Да, и вы только пользу получите и никаких лишних килограммов на боках. Так, попробуем. Во-первых, сама картошечка. Ради чего вся наша сегодняшняя песня. Мягенько. Хорошо разварилась. Хорошо, что добавили туда корень. Финдышки. Теперь салатик, да? Лучок и чесночок. Чуть-чуть уксус, кабачок, огурец. Мне очень нравится. Я попробую именно салатик. А вот именно с картошечкой попробую. Потому что он очень хорошо. И вот именно с картошкой, которую мы даже не сами любим, идет классное сочетание. Попробуй мою. Ну это прям полноценный обед. Ну что, добавить там в эту картошечку? А сколько переваривается вот этот зерно? Зерно, так как оно становится растением, оно переваривается очень быстро, в течение где-то примерно полутора-двух часов. Уже все усвоится. Послушайте, есть нюанс. Он называется масло. Дайте мне такое же масло, пожалуйста. Оно как-то серьезно не будет. Я его полью на картошечку. Спасибо. Масло шикарное. Думаю, чего мне не хватает? Масла. Вот. Поэтому я говорю, картошечка хорошо идет еще с маслом. Топленым. Допустим, у нас тут из виноградных косточек. Что более еще следно. Это очень вкусно. Даже прям как не приличный, я уже начинаю руки облизывать. Картошка молодости. Да, чувствую себя как дома. Молодости и... Тебе блюда. Тебе одно несли. Картошка молодости наша. Картошка, без которой не жить. Тан-бри-тан. Вот так картошка имеет право быть на вашем столе. ЦК одобрил. Используйте нашу картошку, используйте наш салат, который мы вам показали для того, чтобы картошечка была наиболее полезная. И наслаждайтесь жизнью. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была «Целебная кулинария». До новых встреч!